продолжение косточка видео, как пожить в Москве на 2-3 тысячи экономно. Сегодня я нашел молоко за 98 рублей 2 литра, фермерское. Есть домашнее по 150. Мне 2 литра хватит, в принципе, на недельку, может быть, на половину, не важно. И шампуньку русскую за 55 рублей. Это и хватит на 3 месяца, на сезон. То есть она не 150, а 55. В принципе, нормальный шампунь на морожке, на ягоде. Настоящая. Хлеб. Есть. За 50, за 20, за 2 рубля. Вот он такой, бородинский. Мне его на неделю хватает. Я, конечно, не проголодный, может быть, из-за этого. Ем не сильно много, как многие. Мясо не жрем. То есть я его ем по праздникам, если так иногда захочется. Ну, так, чтобы не было. Вот так, каждый день мясо, мясо. Нет, нафиг не надо. Шашлычок иногда я уже чуть-чуть. Даже можно без него вообще салатики, капусту купил, морковка, лучок, картошечка по 19 рублей. Все спокойно, все свободно. Пошли в магазин, купили Пятерочка, там магниты, там всякие ленты, еще что-нибудь. Там все продается, все недорого. Кашу можно сварить, капусточку заквасить, зажарить, морковку протушить. Супешник наварить, борщик, наборщик, томат. Ну самая большая закупка, наверное, подсолнечное масло. Оно 78 рублей стоит. Но это тоже на полгода его хватит. Там, о, завались. То есть соль, подсолнечное масло обычное. 200 рублей 500 грамм на 2 недели хватит. Помидоры дорогие, ну, в сезон. Яблоки по 50 рублей нашел на рынке. Свободно, ништяк, такие классные, крупные, красные яблочки, какие там лежат. Короче, все есть. Можно и зелень покупать. Децл взяли там. Приправку купил сегодня по 25 рублей. Такую ложечку, в принципе, можно приправлять что-нибудь. На супешники хватит там на 2 кастрюльки. Запасы супешника, кастрюльки хватит на одного человека. Ну, я ем немного, мне на неделю хватает. А в принципе, проглоты и сразу, может быть, ее хватит там на 2-3 дня. Но, короче, по разной степени пожрали, кто пожрать, 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 сразу даже завалили. А я ем капельку, молочко, главное, и пирожки, пирожки домашние, можно свежие здесь, конечно, но пока еще домашний запас. Так что все ништяк, всем можно жить, то есть прожить, ну как, в принципе, нормально. Протянуть, тяжело было на 1000, а на 2-3, о, можно завалить еще и поездить куда-нибудь, можно в Москву, там, в парке погулять. Вообще там куча яблок, груши, вишни, ягоды, грибы. Все есть. Москва, это Подмосковье, всякие песни. Всем привет.